94 казахстанца претендуют на депутатские кресла в Сенате парламента. Предварительные цифры озвучили в Центральной избирательной комиссии. Там отметили, что на одно место претендуют 5 человек. Самому молодому 30 лет, самому старшему среди претендентов 69. Регистрация кандидатов в депутаты продлится до 23 июля, а сами выборы состоятся 12 августа. В 17 регионах предстоит избрать по одному депутату Верхней палаты парламента. В этом году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Алматинской области. 9 человек, Нур-Султане 8, Алматы 7. Наименьшее – 4 претендентов в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в Шымкенте. Воспользовались правом на самовыдвижение 87%, 13% выдвинуты маслихатами.